Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 49 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботам. В этом ролике вы узнаете о том, что так называемые активные инвестиции, а проще говоря трейдинг и спекуляции, ведут к потерям. Но будут не просто рассуждения, а с доказательствами и логикой. Познакомлю вас с глобальными исследованиями на эту тему, конечно же будут выводы и мое мнение. Даже будет пример конкретного мошенника на YouTube. В общем, видео будет не только для тех, кто планирует на спекуляциях поднять бабла по-быстрому, но и для тех, кто выделил у себя в инвестировании небольшой процент средств именно на трейдинг и подобную деятельность, типа чтобы поиграться. Начинаем. Давайте сразу по обещанным исследованиям. Больше года назад я уже все это дело показывал, а вот сейчас можно посмотреть на новые данные и обновить знания по этому вопросу. Так вот, существует научное исследование от СПИВА, сейчас вы на экранах видите сайты этой организации. Исследование публикуется ежегодно. Оно сравнивает доходность от деятельности активно управляемых фондов с рыночной доходностью эталонных индексов широкого рынка. Исследование СПИВА говорит нам о том, что относительно немного активных управляющих способны превзойти пассивных инвесторов в любой данный период времени, краткосрочный или долгосрочный. Это то, что написано в скриншоте. Но наиболее правильным мерилом успешного активного управления является ответ на вопрос. Может ли управляющий или какая-либо хитро выдуманная стратегия обеспечить доход выше среднего уровня в течение нескольких последовательных периодов? Это ключевое. Демонстрация способности постоянно превосходить эталонный индекс или рынок – это единственный убедительный способ отличить умение гуру-трейдера от просто удачи. Благодаря этим исследованиям можно увидеть, что относительно небольшое количество фондов и инвесткомпаний может постоянно оставаться на вершине, то есть обгонять рынок. Ну что ж, перейдем к обещанным результатам исследований. Смотрим. Давайте сразу посмотрим данные по Соединенным Штатам Америки. Вот сейчас на экранах. Результаты здесь даны за 5-летние, 3-летние периоды и за 1 год. Что показано на картинке? Показано, что 60,33% всех многочисленных попавших в исследование управляющих инвестиционными средствами активно управляемых фондов не смогли обогнать индекс S&P 500 за период в 1 год. А ведь наверняка обещали обогнать и показать приятный результат. Давайте посмотрим 3 года. Ситуация закономерно ухудшилась. А люди, попавшие в эти 69% и доверившие им, этим инвестиционным конторам и гуру-инвесторам свои деньги, верили и платили за такое управление. Ведь надо понимать, что услуги подобных фондов и управленцев не бесплатные. Смотрим 5 лет. Уже больше 75% инвесторов оказались разочарованными в выборе управляющих. Управляющие не только не показали результат выше S&P 500, но наверняка еще и взяли деньги за такое управление, чем дополнительно ухудшили общий инвестиционный результат своих клиентов. 10 и 15 лет здесь неактивно, но думаю, что тенденция понятна. Я обязательно сейчас покажу еще и другие страны. Там тоже много интересного, а сейчас просто проведу параллель с нашей жизнью, ближе к телу, как говорится, ближе к YouTube. По факту в YouTube и интернете все хвалятся повышенными доходностями собственных инвестиций за какие-то короткие периоды времени. Некоторые даже не удосуживаются доказать эти цифры доходности. В основном все предлагается принимать на веру. Некоторые умудряются подделать правдоподобные высокие результаты. Технических возможностей для этого сейчас хватает. Особенно предприимчивые делают на всем этом бизнес. Предлагают автоследование, сигналы или обучение доходности. Трейдингу там и так далее и тому подобное. Но практически никто не сможет вам реально доказать, что он на протяжении 5, 7 и тем более 10 лет последовательно обгонял индекс широкого рынка. Не смогут, гарантирую. А это означает, что никакого мастерства там нет, от слова совсем. А есть устойчивое и амбициозное желание заработать на вас деньги. Поэтому процветают учителя по трейдингу и подобной ереси. Они реально уже не бедные люди давно, тут они не врут, потому что доверчивых новичков полно, и они несут им деньги стройной толпой. Люди почему-то продолжают верить в сказки. Вы наверняка знаете несколько блогеров, которые типа живут на трейдинг. Но при этом у них есть курсы обучения, мастер-классы, автоследования, сигналы или, возможно, неполный список вот всей этой чуши. Вот на это они реально и живут. Если бы они жили на трейдинг и уверенно показывали бы заявляемую ими доходность, то им и в голову бы не пришло заморачиваться с обучением и другой подобной деятельностью. Ну, давайте продолжим по исследованиям. Посмотрим Канаду. Канада. Это данные за год. Здесь существенно больше 80% фондов отстают от базового фондового индекса этой страны. 3 года по Канаде выглядят уже вот так. А ведь эти управляемые фонды, которые проиграли индексу за 3 года, не только сами себя считали профессионалами, но, очевидно, еще и рекламировались и позиционировались на финансовом рынке как успешные инвестиционные организации. А вот это уже обман, точнее реклама. Очень не советую верить рекламе в инвестиционной индустрии. Вот совсем не советую.
Так, ну а 5 лет по Канаде выглядит уже вот так вот, смотрим. Тут совсем без комментариев. Канада – это довольно-таки яркий пример, здесь самые говорящие цифры. Далее, вот так выглядит Мексика за 5 лет. Тоже ничего хорошего. А вот это Бразилия за 5 лет. Успех управляющих фондами сравнивается здесь, естественно, с бразильским индексом. А вот сейчас Европа с 5-летним результатом. Тут, естественно, тоже взят для сравнения индекс европейских акций. Ну, по Европе ситуация немного лучше по результатам фондов, но это 75%. Согласитесь, вероятность попадания в клиента этих 75% фондов остается высока. Думаю, понятно, что чем дальше горизонт инвестирования, тем больше вероятность увидеть неприятный результат активного управления относительно просто индекса широкого рынка рассматриваемых стран. Это очевидно. Ну, вы спросите, а при чем здесь я? Где я и где эти фонды? Почему нужно обращать внимание на какие-то активные управляемые фонды, а ведь я к ним совершенно не обращался и не собираюсь этого делать. Сейчас все объясню, наберитесь терпения. Кстати, ставьте лайк, пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. Подписаться можно заодно, тут у меня полно всего полезного для инвесторов, и никто вам здесь не будет впаривать IPO, страховки, сказочную доходность, торговлю по сигналам и другую удивительную ерунду. Так вот, рассматриваемые в этом исследовании фонды и инвесткомпании совершенно не являются лохами в этой индустрии. А если посмотреть их рекламу и проспекты, то все они лучшие и показывают великолепную доходность типа уже давно. При этом у большинства из них реально есть серьезные аналитические мощности и доступ к информации, которая для нас с вами закрыта. Есть красивые дорогие офисы и иные привлекательные атрибуты успешности. Извините, но конкретно вы или ваш любимый гуру-трейдер в Ютубе даже и рядом не стояли по вычислительным и аналитическим возможностям с большинством этих фондов и инвесткомпаний. Почему же эти профессионалы так часто проигрывали рынку? Первая причина – это сама природа рынка. Рынок непредсказуем. Все эти аналитические возможности и уверенные заявления гуру-экспертов ничего не стоят. Рынок не обхитрить. Это известный факт. Вам будут говорить, что они знают, что будет с рынком завтра и послезавтра. Но это не так. Никто не способен предсказать движение рынка верно, регулярно и в течение долгого времени. Иногда угадать, конечно, можно, но регулярно и на длительном периоде, несколько лет, угадывать не получится. И именно поэтому я не вижу смысла выделять на спекуляции и типа умный трейдинг даже и 1% от своей инвестиционной суммы. А вторая причина того, что подобные псевдопрофессионалы проигрывают рынку, в том, что эти фонды, инвесткомпании, да и гуру-инвесторы из Ютуба основной своей целью ставят не обогнать индекс широкого рынка. Они знают, ну в основном знают, что на долгосроке это невозможно. Их основная цель – продать вам свои услуги, привлечь внимание, получить просмотры, получить клиентов на доверительное управление, продать автоследование, сигналы и так далее и тому подобное. Ну а в Ютубе тренд у нас сейчас такой – это продать обучение доходному трейдингу, техническому анализу и впарить другие бесполезные псевдознания и обучающие курсы. И народ покупает, многих привлекает циничная, но уверенная реклама, обещающая золотые горы уже завтра, ну или в крайнем случае до конца года. Но, к сожалению, трейдинг на долгосроке, именно на долгосроке, это история разочарования и потери времени. И доказывающих это исследований и кейсов полно. Успешных трейдеров в мире реально единицы. Вероятность того, что именно вы станете таким, ничтожна. А вот вероятность разочарования в тренинге очень высока. Но это еще не все. Сейчас появились еще и курсы обучения от типа правильных инвесторов. Уже не трейдеров, а это тоже беда. Ну чему можно научиться у типа гуру-инвестора, который на рынке всего пару-тройку лет? Вам очень повезет, если этот гуру передрал основные мысли своего обучающего курса из книг или у действительно умных и опытных людей, которых в Ютубе почти нет. Но подавляющее большинство авторов в Ютубе книг не читает. Некогда, надо пилить контент. Таких примеров сейчас полно. И зачастую они просто воруют контент. Вот посмотрите, совсем недавно благодарный зритель мне прислал вот такое. Это YouTube-канал молодого и беспринципного человека. Название я скрыл, а на экране короткий фрагмент моего видео. Просто фрагмент. Даже ничего не переделано. Но самая жесть внизу. Он еще и пытается зарабатывать на сигналах. К сожалению, есть и такая предприимчивая молодежь сейчас. Понятно, что у него ничего не получится, но подобного или похожего дебилизма в YouTube, к сожалению, хватает. Очень рекомендую посмотреть вот это видео. Уверен, многим из вас оно сбережет или уже сберегло нервы и деньги. Там под этим видео в комментариях есть зрители, которые не постеснялись описать свои ситуации и рассказать, во что они уже вляпались и чем это все закончилось. Смотрите, читайте и развивайте критическое мышление. А инвестировать нужно правильно, преимущественно в индексные фонды и учитывать в своем портфеле инвестиционные риски с помощью баланса по классам активов и высокой диверсификации. Ну а на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита, да пребудет с вами сила сложного процента.